Если А, Б, Н натуральные числа, и при этом для любого натурального числа К большего В, А минус К в степени Н делится на К минус Б, то обязательно А равняется числу B в степени N. Но это легчайшее упражнение. Смотрите. Мы знаем, что B в степени N минус K в степени N. Это B минус K умножить на BV минус 1 плюс BV минус 2 K плюс и так далее, плюс K минус 1. Значит, вот эта разность делится на k минус b. Поэтому мы можем вот это вот число вычесть из числа а минус k в степени n. Это пишу. А минус k в степени n минус b в степени n минус k в степени n. И получим в результате а минус b в степени n. И вот эта разность, заметьте, пожалуйста, не зависящая от числа k, должна делиться на k минус b. Поскольку в качестве k можно брать сколь угодно большие числа, то вот это число может быть сколь угодно большим, а это все время одно и то же. Значит, оно должно просто равняться нулю, что и требуется.